К другим темам. Масштабное эко-мероприятие состоялось в Новом Уренгое. Порядка 70 человек приняли участие в биологической рекультивации земель на полигоне ТБО. Это представители власти, управляющих компаний, молодежь и сами специалисты уренгойского городского хозяйства. Активисты посадили семена разных растений. На субботнике побывала и наша съемочная группа. Слово Анастасии Волковой. Идет решетка. Трава будет туда попадать, прорастать, она будет... Никаких не будет эрозии никакой не будет. Сейчас начинаем с ветром, становимся оттуда, еще ветер дул, чтобы против ветра не будет, и идем. На первый взгляд ничего сложного. Пока одни работают граблями, другие горстями рассыпают семена. Активистам не мешает даже порывистый ветер, не пугает их и высота. Подсеивать приходится откосы. Георешетка задерживает семена, а это значит, что эрозии грунтов не будет. Не допустить разрушения почвы – именно на это направлен субботник. В ближайшем будущем вместо привычного мусора на этой территории зацветут травы – порядка 8 видов. Тут подобран такой состав почвы специально для того, чтобы почва обогащалась азотом. Вот бобовые экспорта, там клеверы, люцерны. Для того, чтобы они азотофиксируют свободный азот с воздуха и превращают его в биологический азот. И почва обогащается азотом. Тут тоже есть, вот видите, злаковые многолетние травы. Иван-чай, наш как бы спутник Уренгоя. Ну и подсолнечник для того низкорослый, для того, чтобы было бы... Кроме того, что он почву держит хорошо, еще он красиво получается. Красоту наводим на полигоне. Наводить красоту специалистам уренгойского городского хозяйства помогают представители власти, управляющих компаний, молодежь. На 6 гектарах трудится порядка 70 человек. Настроение самое, что не есть хорошее, это наш город, это наше будущее, мы здесь живем. И если у нас будет здесь хорошо, в другом месте что-то подделаем, то нам будет веселее все вместе. Да и знакомство все-таки. Мне кажется, это хорошо. Проводить биологическую рекультивацию земель на полигоне твердых бытовых отходов вошло в традицию. А зародилась она в год экологии. Изначально субботник должен был быть внутренним. Однако уже сейчас он перерос в общегородской. У нас идет сейчас первая карта, которая уже мы ее засыпали, она уже не работает у нас. И мы на данный момент сеем семена. В том году мы сеяли многолетние семена именно по верхнему полотну, но в этом году мы делаем акцент на откосы этой карты, потому что оно ветром выветривается, грунт разлетается. Ну, мы понимаем, что мусор начинает разлетаться, так что в этом году мы отсыпали откосы и засеиваем именно откосы первой карты. Полигон рассчитан на несколько карт. Первая, на которой прошли работы, законсервирована. Вторая еще действует. Она предназначена для мусора. По словам сотрудников уренгойского городского хозяйства, проводить такие эко-мероприятия крайне необходимо. В противном случае мусор может разлететься по всему городу. Анастасия Волкова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».